Сотрудники акционерного общества ArcelorMittal Темиртау играют в настольный теннис на площади управления комбината. Столы для игры установили в 2022 году по инициативе генерального директора акционерного общества ArcelorMittal Темиртау Владимира Яблонского. Работники компании поддержали такое решение на ура. Так, у персонала, который большую часть рабочего времени проводит в кабинетах за компьютером, появилась возможность разнообразить свой досуг. Прорекламировали мы один стол, появился второй стол и... Сейчас, насколько я вижу, идея получила свое одобрение. Каждый день, в рабочий день имеется в виду, в обеденное время столы не пустуют, столы заняты. Игра динамичная, она заставляет попотеть и вспомнить, что все-таки мышцами надо двигать, и не только в офисе сидеть. В этом году, как только позволила погода, теннисные столы вновь установили на площади. Теперь в обеденное время на площадь выходят желающие посоревноваться, потренироваться или просто провести время с пользой на свежем воздухе. Компания играет нашим сектором и соседним сектором мест. Бывает, САП выходит. И между секторами играем против друг друга. Хорошая идея – это как-то разнообразить рабочий день. Тем более мы в основном сидим за компьютерами, а так хоть какое-то движение. Для всех любителей настольного тенниса в ближайшее время в рамках проведения Всемирного дня охраны труда в Стальном департаменте акционерного общества ArcelorMittal Темиртау пройдет чемпионат на кубок генерального директора. Кристина Кириченко, Евгений Ходарев, Новости Темиртау.